выйдем мы с грациоза, нас снова ждут великие дела, а идем мы на Рубикон. Мы только-только что убрали ранцы, швартовые. Сейчас немножко выдохнем и будем ставить паруса и наслаждаться морем, теплым Атлантическим океаном. Благо, погода сегодня позволяет. Поставили парус, ну теперь дело за малым, заглушить двигатель. Идем под одной геной? Да. И будем наслаждаться тишиной. Ну вот мы и под парусом. Завернули за угол на Лансероте, а тут волнишка, встречный ветер, завели мотор. Можно подумать, волнишки не было до поворота. А там была другая волнишка, здесь встречная. Сейчас будем вставать на якорь. Поскольку на якоре у нас режим экономии, включили масляную нашу лампу. Ребята, она кроме того, что и светит, она такой уют создает. И, ну, еще немножко греет каюту, хотя тепла здесь достаточно на Канарах. Но вот, мы ее регулярно зажигаем на якоре. Ирочка суетится, готовит ужин нам. Уже он практически готов, и сейчас она на меня будет ругаться. Ну, давай, включай. А зачем? Ну как, хватит уже снимать, все остынет. Надо кушать садиться, а то все остынет. Ну вот. Я же не ругаюсь. Приятного аппетита? Да. Сегодня у нас на ужин котлетки, макароны. Котлетка, макароны. Пятый день стоим на якоре рядом с Мариной Рубикон. На Плайо Бланко. Нам здесь нравится, здесь здорово. Здесь на якоре даже лучше, чем в грациозе в Марине. Едем в Марину Рубикон забирать парус в парусную мастерскую. В Марине есть техническая зона, можно поднять яхточку. Это Дингидок в Марине Рубикон. Здесь можно поставить шлюпку, набрать воды в канистры бесплатно. Если надо на яхте заправиться водой, то запрашиваешь Марину на 9 канале. Подходишь, встаешь, за 15 евро можно набрать воды, можно также сходить в магазин и сделать какие-то дела попутные. Мы стоим здесь уже пятый день. Как сказала Ирина, стоять на Лансероте, на Рубиконе, на якоре даже интереснее, чем в грациозе в Марине. Мы наконец-то увидели нормальные человеческие магазины, рестораны. Мы наконец-то начали ходить по твердой земле, по асфальту, а не по песчаным дюнам. Да, какие люди у нас вокруг. С одной стороны, катамаран Мономана с Маратом Насыровым и Надей, Яночкой и Шелли. С другой стороны, Лена Сорикова с детьми и новым мужем. Везде известные люди. Можно сказать, что русские комьюнити яхтенные распространяются по всему миру с невероятной скоростью, и скучно вам нигде не будет. Это точно. А у нас в Марине Рубикон стоят друзья Леночка и Валера. Здесь же на понтоне рядом с ресепшеном есть заправка, дизель, бензин. Топливо сейчас на Лансероте стоит евро 20 за литр. Цена восстановления нашего паруса стоила 130 евро плюс 7% ПДВ, итого 140, ну, там, 140 евро с копейками. Сейчас мы пойдем искать... платить картой у него невозможно, платить карточкой у него невозможно, нужен только кэш. Сейчас мы пойдем поищем банкомат. Все на поиски банкомата. Здесь находится офис Марины Рубикон. В офисе банкомата нету. Я пойду собачку с ним. Привет.
Идем в торговый центр Рубикон, недалеко от Марины Рубикон. В поисках банкомата. Прикольный такой этот торговый центр. После грациоза немножко пугает огромное количество зелени, пальмы и всего прочего, всякой живности. Там, конечно, была жесть. Живность — это люди, да? Ну да, ну по людям мы тоже немножко соскучились. Это просто праздник какой-то. Да, мы одичали, однако. Красота. После кактусов и песка на грациозе есть чему порадоваться взгляду. Мы его нашли. Так, нам надо снять 200 евро. Посмотрим, какой у нас курс. Что нам предлагает этот банкомат. Телефон уже сообщил, что деньги снялись. Но мы их еще не получили. Все действо заняло минуту. Ровно минуту. Хорошими купюрами дали нам. Сейчас я посчитаю, сколько. Короче. Ты карточку забыл? Данки шон. Чуть-чуть карту не пролюбил. Да вот такой ты. Ну слушай, курс дикий, конечно, по 96 рублей за евро. Да, зато всего 2,5 евро за конвертацию, за снятие. Все грустно. Да, я что-то сразу погрустнел. Да-да, а если бы ты карточку есть забыл, еще больше погрустнел. Вот Сайлофт. Идем туда. Вот наш грот готов. Такая вот парусная мастерская. Вот так вот нам все зашили. Вот такая вот парусная мастерская. Здесь не только паруса шьют, я так понимаю, но и тента. И наш парус. Здесь же на территории Марины находится замечательный просто французский сетевой магазин яхтенный. После тех магазинов, которые мы привыкли видеть в Черногории, это просто праздник какой-то. Все есть, все хочется купить. Ветные штучки есть всякие на разные диаметры. Блин, какая красота. Нашли классную вещь для якоря, для нашего будущего якоря на новую яхту. Мы давно ее искали. Да, милый, покажи, какая. Это лучшее, что придумано для якорных стоянок. Это вот нам как раз на цепи от 6 до 8 миллиметров. Марине Рубикон очень огромная площадь отведена под спортивные лодки, под спортивный яхтинг именно. Здесь сейчас в период зимы на Средиземке тренируются олимпийские сборные Бельгии, Германии, в общем, со всей Северной Европы. Ребята развлекаются. Каждый день мы наблюдаем эти лодочки, просто фантастическое зрелище. А за этим заборчиком видна как раз наша якорная стоянка, где мы стоим на Даниэле. Вон там она. Сырот, пришел циклон. Мы спрятались в Марину Рубикон на 5 дней. И пока сильно не раздуло, поставили наш отремонтированный грот. Ну, я вам, конечно, помогала, но снимать в этот момент не могла. Очень хочется полетать на дроне, чтобы показать вам эту красоту. Но пока погода, вот мы уже вторую неделю здесь стоим. Погода взлететь не позволяет, наш дрон слишком нежный. А я подвязываю проводку Лейзи Бэга, ленивого мешка. Рубикон достаточно большая марина, а нас поставили
почти в самый дальний угол, не почти, а в самый дальний понтон, чтобы прийти, скажем так, на остров с нашего понтона, надо обойти все. Вчера мы, когда отсюда шли в офис, шли, наверное, минут 15-20. Это вот это вот все надо обойти по земле. В прошлом ролике нам в комментариях мягко намекнули, что нельзя злоупотреблять доверием зрителей. Не, главное не передержать интригу, поэтому открываем вам нашу тайну. Наша следующая яхта с Ириной будет называться «Финселлер 34». Это парусник финской постройки 1979 года выпуска. Один из тех парусников, который входит в когорту священных скандинавских коров, включая «Наят» и «Халберкрасе». Но это финская постройка, он нам очень понравился. К сожалению, больше об этой яхте мне пока сказать и показать вам нечего, поскольку, как я уже говорил в прошлом ролике, мы, находясь, будучи на яхте, мы абсолютно ничего не снимали, мы только глядели. Мы только рассматривали ее, и нам было, честно говоря, не до снимок. Но уже будучи здесь, на Даниэле, я написал на верфь, в компанию Fiskars, где была выпущена эта яхта, и задал им несколько вопросов. Что удивительно, они мне сразу ответили, буквально не прошло и дня. И среди прочих вопросов, которые я им задавал, я поинтересовался, сколько стоила эта яхта на момент выпуска в 1980 году. Они мне ответили, что яхта стоила 270 тысяч финских марок, и теперь осталось разобраться, сколько это, много или мало. Друзья, подскажите, пожалуйста, в комментариях, может быть, есть среди вас специалисты, которые разбираются в валюте лучше, чем я. Сколько это, много или мало, 270 тысяч марок на тот момент. Переписка моя будет продолжаться, если я что-то новое узнаю, я вам обязательно скажу. Они мне уже прислали PDF-ки рекламных проспектов, которые шли вместе с яхтой, с продажей. Также, друзья, было очень много задано вопросов, и продолжают эти вопросы сыпаться. Зачем мы сменили яхту? Друзья, у меня нет этому объяснения. Не ищите, пожалуйста, логики. Скорее всего, Даниэла для меня как прочитанная книга, которую я уже знаю наизусть. Немного стал пропадать интерес. Тот парусник будет новый. Там предстоит по-новому делать работу. Что-то я хочу сделать по-другому, что-то хочу оставить так. Абсолютно никакой логики. Просто мы приехали, посмотрели, нам понравилось, мы решили. Ну, друзья, не знаю, как, чем объяснить смену новой машины, покупку новой машины, покупку нового телефона. Не знаю. Может быть, это не из той же оперы. Как Ирина сказала, что у нас на Даниэле облетело тефлон на кастрюлях, поэтому надо менять яхту. Сейчас мы находимся в Рубиконе и пережидаем Калиму. В ближайших планах у нас перейти на Мадейру. Это примерно 280 миль с Лансерота. Ну а дальше будем двигаться на материк. Очень не хочется уходить из тепла. Сейчас январь, но у нас на улице ходим в шортах и в майках. Температура, наверное, градусов 23-25 на солнце. Намыли сегодня яхту, начистил я нержавейку, душа у меня снова радуется. Просто не знаю, не могу смотреть на яхту, когда она грязная. Тем более после долгой стоянки на якоре вся она покрылась солью, соляным налетом. Ну, ребята, на этом будем с вами прощаться. Увидимся через неделю. Пока-пока. До свидания.